отсунь, а этот туда. Вот грибок. Вот грибок. Вот это балка. И вот здесь балка. И вот здесь вот грибок. Вот он. Вот видно его. А тут вот подвал, погреб. И туда вот дальше вот крышка. Вот это вот вся площадь, это погреб. Так вот. И вот здесь получается через порог, за порогом вот этот кусок тоже надо будет туда. Здесь тоже грибок. Тоже надо будет скрывать, что-нибудь смотреть. Вот привезли нам дрова, то есть дрова, доски привезли половые. Это с района Сарыколь. Вот такие доски, короче, 3 с копейками, здесь точно не помню толщина, а здесь 200. Они чуть больше, чем те были, но лучше толще, чем уже. И вот еще с совхоза нам помогли, песка привезли. Отец сходил, попросил, поузнавал, привезли. И приедут еще рабочие мазать дом. А это братишкин, младшего братишки, трактор. Частный, сам на себя работает, молодец. Все, пойдем заниматься дальше. Всем здорово. Новый день рабочий. Ветер у нас тоже новый. Вот такой родительский дом. Это с уличной стороны. Приехал братишка вот на Беларуси. Будем заниматься ремонтом. Вчера повскрывали полы, а сегодня будем заниматься там балки ложить, доски, ну короче, полы крыть. И один угол я решил там... Ну, вместе решили бетоном залить, потому что там смысл эти обрезки ложить, смысла нету. Бетоном зальем один угол и все. Пропитываем доски отработкой маслом. Потом фотографию вставлю, чтобы понятно было. Да, только не доски обрабатываем, а бруски. Бруски, которые будут лежать, а на них будут доски. Вот, кстати, доски привезли, хорошие, широкие, по 6 метров. Балки пропитывать будем со всех сторон,
Вот я с двух сторон помазал, с той стороны тоже, с третьей, и вот сейчас четвертый, вот этот верх пройдусь. Раньше их гудроном мазали, но сейчас гудрона у нас нету, и решили маслом отработкой. У братишки есть, на тракторе работает, привез отработку масла, и вот так получается неплохо, он пропитывается. Вот, вот здесь, где сучок, конечно, не пропиталось. Ну а так впиталось, вот оно сухое и не морается, короче. Ну все равно будем в перчатках работать. Вот так вот получается. Мы, наверное, их будем споровывать, потому что толщина мне не нравится, она слишком тонкая, 40 миллиметров. У нас доски мы заказали 40 миллиметров. Короче, будем, наверное, вот так две балки соединять между собой и вот такой толщиной будем ложить для надежности. Вот начало есть. Положили брусья, балки вот положили, мы вдвойне сколотили с братом, и вот во всю длину. Вот теперь будем примерять, выравнивать по уровню вот здесь, чтобы они все три лежали на одинаковых плоскостях. Вот эту часть нам, вот эти балки немножко вот так вот приподнять надо. Сейчас брат с отцом пошли искать. Я пока засниму. We'll be right back.